если двигается, и тогда очень интересно. Хотите посмотреть? Лешенька, а ты хочешь посмотреть? Идем вместе. Пойдем посмотреть. Смотреть, да? Смотреть. Пригласи ребят. Пригласи ребят. Я вам расскажу, что такое 5D. 5D это такой фильм небольшой, где кресло двигается, где что-то тебе за ноги хватает, и тебе все видно как по-настоящему. Вот это 5D. Да, это похоже на 4D, да, только что? Чем отличается 4D от 5D? Что можно еще трогать вещи? Совсем трогать, больше такое, что движение, да, вот там, где сидишь на тех сиденьях таких, они еще двигаются, да, очень похоже на 4D, тоже там и водичка брызгает, и дым есть, да, что там еще было, это штучки летают, да, как бабочки какие-то, да, летали? Да. Какие ты сегодня, какой у тебя был сегодня опыт, что ты смотрел, в чем участвовал? Парадайз. Парадайз? Что такое парадайз? По-русски как парадайз? Не знаешь такое? Рай. Рай, что там было? Ну, там мы на таких паровозиках ездили очень быстро. Потом я смотрел динозавры. Динозавров смотрел? Скажи, что там было. Тебе, я так понимаю, это больше всего понравилось, да, динозавры? Расскажи, чем тебе больше всего понравилось? Ну, что мы на машине ехали, а потом динозавры нас догоняли, потом динозавры. Меня поднял, и я летел над городом, я резко упал прямо. Да, не было страшно или было чуть-чуть? Нет.
Точно не было? Когда машина падала вниз, не было страшно? А чуть-чуть. Mm. А третье мы смотрели прогоночную машину. Что там делали? Там мы самые последние были, а потом мы пистолетами стреляли, избивали других, а потом там, там ножи крутились, и надо было все расстрелять, один застряли, взорвались, а потом, ну, а потом мы первые были, а потом там еще робот какой-то странный нас старался ловить. Что, ты рекомендовал бы друзьям тоже посходить в Годзи? Динозавры мне лучше всех понравились. То есть 5D и динозавры обязательно, да? Угу. Но предупреди, что это не для слабонервных динозавры, да? Потому что они там гоняются. Бывает немножко страшновато даже. Да? Угу. Окей. Спасибо, что дал нам интервью небольшое, рассказал. Пока, друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И комментарии пишите, где вы, что вы хотите посмотреть в разных местах.